Всем привет, это у нас Grandpa & Granny Escape House. Давайте сегодня рассмотрим некоторые баги, которые есть в игре, и проверим их в новогодней главе. Стартуем. И для этого нам понадобится режим, допустим, легко. К примеру, для вечного энергетика, есть ли у нас этот баг в данной главе. И также проверим баг от подписчика. Он показал скриншот, в котором в магазин Зои он попадает просто, обходя дверь. Так, ну-ка. О, энергетик, ура. Сейчас его будем влуплять именно в тот момент, когда на нас кто-нибудь побежит. Допустим, это будет бабка или дед. Или даже собака. Так, давайте пока что подарков позабираем. Так, так, так. Ну, собака все еще за дедом бежит. Такими движениями бежит. То есть она его прям ждет. О, еще подарочек. Ура. Петарда. Так. Ну, собака быстро бегает. Ладно, пойдем за ними. Ёкарный бой, пьем. Я ускорился, все. Петарду кидаем. И посмотрим, есть ли у нас баг вечного энергетика. Слышали, петарда хлопнула. По крайней мере. Вы подобрали петарду, используйте ее, чтобы отвлечь бабку и деда. Да, по крайней мере, мы пока что бегаем. Ну-ка, на лестницу. Сейчас даже можем вот что сделать. Смотрите, какой прикол. Кинуть петарду вот сюда, в вентиляцию. Нужен инструмент, чтобы сломать. У меня же он есть. Сейчас исчезнет. Вон туда. Ес, улетело. И что, в магазине хлопнет? А не поймешь. Давайте подождем. Хоть кто-нибудь пойдет в магазин? Пока что никого не наблюдаю. Они, возможно, на лодочной станции. Дед сюда выдвинулся. Сейчас протестируем, пойдет ли дед в магазин. Смотри, дед как будто завис. Видите, как он идет смешно? Еле-еле-еле, это как он так передвигается? Смотрите, его всего дергает. Ну я пока на крыше, они явно сюда забраться не могут. У нас сегодня видео-прикол. Бабка там тоже на месте идет. Просто не перемещается, дед... За елью завис где-то. Еще также в игре есть их сын шериф. Так, слушаем, откроет ли он двери магазина. И? Это важно. Открыл! Вот лайфхак, кидайте просто в вентиляцию. Это жесть. Так, а если сюда кину? Бам. Сюда что ли придет? Вот это будет интересно, давайте проверим заодно. Вечный энергетик, баг, смотрите. Он работает. Так, где дед-то? Ах ты, не вижу. Вышел, ес! Да на! У деда прямо ключи в руке. Сейчас опять хлопнет. Можно самое далекое расстояние выбрать. Смотрите, куда, чтобы он пришел. Бам! Вот сюда. Вот это дали, я понимаю. Да на еще. Просто мега даль. А сами пока что спрыгиваем. Так, а если я не так спрыгну? У нас есть баг вечный энергетик. Теперь мы пойдем к магазину Зои. О, еще энергетик. Но его лучше не пить. А то у нас, когда его действие закончится, то закончится действие бага. Вот, смотрите, магазин Зои Шоп. Подписчик показал, что он просто здесь прошел, за дверью. Что? Есть место, разработчики оставили. Просто за дверью. А что здесь было? Петарда. Мы зашли, кстати, без петарды. И здесь еще куча разных вещей. Так, у меня же есть, наверное, деньги. А, но мне энергетики не нужны. Петарды нужны ли мне? Ну так только если побаловаться. То есть у нас в видео сегодня уже было два бага. Ох ты, даже так. Меня жестко спалили, прям вообще нереально. Давайте-ка быстро на кнопочку нажмем. И откроем, к примеру, сейф. Ну что это мне даст? У нас есть молоточек здесь. Ой, закрывайся. Мы пока что сюда. Ох ты, шокер есть, ура. Все, сейчас будет шмаль. Ой-ой-ой.
пыль. У нас всего один заряд, вы представляете себе? Еще энергетик зачем-то. Кто первым попадется? Так, мне надо больше зарядов. Бам. Уже, по крайней мере, два есть. На, шериф. Все, повял, наверное. Дверь не закрывается. Все, шерифа, считайте, нет уже. Еще есть зарядик. А еще будет? Она, в принципе, хватит. Это просто чудеса. Бам! А, я даже не попал по нему. По идее. О, кстати. Ключ у него. Но мы, наверное, убежать не сможем. Потому что у нас собака там у машины стоит, караулит. Видите? Yes. Она просто патрулирует у машины. Так, а если я сюда кину? Это как-то мне поможет? Давайте подождем. Нет, вообще без шансов. Ключ тогда на стоянку. Бам. Я смогу еще от собаки убежать? А, смотрите. Пытаюсь запутать все. Убегаем как-нибудь. Ёкарный убай. А, даже так? А работает ли баг дальше? По крайней мере, я скоростной. Они уже этот домик открыли. Давайте-ка обшарим там все. Бабка слепая. У меня, получается, уже нет шокера. Дед валяется там. Растянулся, смотрите. Бам. Ключик-то наготове. По бабке не попадет сюда. Все, уже нет. Шериф оглушен. Все оглушены. А давайте сегодня проходить игру не будем. У нас сегодня все-таки в видео есть несколько полезных багов. На этом как раз-таки мы видео и закончим. Бам. Бам. Попал. Просто видели сник. Подписчику спасибо за найденный баг. Мы действительно можем проникать в магазин Зои без помощи петард. И также у нас сегодня сработал найденный мною баг в предыдущих версиях игры. Баг вечного энергетика. Всем спасибо за просмотр. Оцените видео лайками. Обязательно комментируйте. Подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.